Инцидент произошел в 18:15 на улице Морской. Мерседес двигался со стороны пляжа улицы Морская. При неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Honda, который двигался во встречном направлении, сообщили в госавтоинспекции по Новосибирской области. Из-за сильного удара владелец «Хонды» не смог самостоятельно выбраться из машины. На место происшествия прибыли сотрудники Бердского поискового спасательного отряда и пожарные части номер 32. Специалисты отключили автомобильные аккумуляторы с целью избежания возгорания машин, а также разрезали корпус легковушки, чтобы достать пострадавшего.